Омскую митрополию посетил духовник Свято-Введенской оптиной пустыни схиархимандрит Илий Ноздрин. Он служил за литургии прежде священных даров, посетил старейший храм епархии, собор Воздвижения Креста Господня, провел беседу с семинаристами и пообщался с главой митрополии. Схиархимандрит Илий в Успенском кафедральном соборе совершил литургию прежде священных даров вместе с духовенством епархии. В эту неделю крестопоклону имеем великого гостя, который приехал для того, чтобы всех нас поздравить с этой крестопоклонной неделей, поделиться своим опытом, а у него опыт большой, потому что жизнь большая за плечами, и благословить дальше на наши добрые дела. Я очень благодарен Господу нашему Иисусу Христу, нынешние дни поклоняющим мы Его животворящему Кресту Господню. Конечно, для нас, верующих, хотя и печальное время, когда был распят наш Спаситель, Бог, но в то же время это называется весна души, то, что мы, кланяясь и почитая Господа Его животворящий крест. После богослужения схиархимандрит Илий в сопровождении духовенства посетил старейший храм епархии – собор Воздвижения Креста Господня и познакомился с его историей и святынями, получив в дар книгу, изданную к 150-летию храма. Большой интерес проявил старец и к самому первому каменному храму Омска – собору Воскресения Христова и к его первому настоятелю, прославленному в лике святых, Стефану Знаменскому. Величаем Тя, святый праведный Отче Стефане, ищем святую память Твою. Знакомство с духовной семинарией, высшим учебным заведением Омской епархии, по традиции началось с семинарского храма в честь святого апостола-евангелиста Иоанна Богослова и продолжилось встречей с семинаристами, педагогами и всеми, кто пришел послушать слова утешения в дни Великого Поста. Как жизнь молодая? Да слава Богу, святой. В завершении визита схиигумен Илий встретился в епархиальном управлении с митрополитом Омским и Таврическим Владимиром.